Берлинская наступательная операция окончательно сломила врага. Наша армия вошла в Берлин. Гитлеровское командование подписало акт о капитуляции 9 мая 1945 года. Наступила Великая Победа. Нам она далась дорогой ценой, но тем и сильнее радость нам от этой победы. Благодаря нашей доблестной армии и всему народу наша страна выстояла, победила, сломав хребет фашизму и освободив пол Европы, и даже в глазах наших противников остается такой же несокрушимой и легендарной. Завершает концерт песня «Широка страна моя родная». Но сурово кроны вы на хмур.